А может здесь какой-то эффект будет? Погоди, за 150 тысяч. Шампанское какое-то за 150 тысяч. Нихера себе! Что? Что это за шампанское такое? Вот, теперь в какашку нормально будет. Погнали. Теперь вообще нормально. Остановите, остановите. Витя, Витя, надо выйти. Капец. Он какой дохляк, реально. Я не могу! Ну чё, братаны, наконец-то вышла новая обнова. Теперь вы сможете оттягиваться в клубах, ездить на шизанутых алкотачках и создавать свой ночной бизнес. Ну я в хорошем плане. Но чтобы это получилось более красиво, тебе нужно больше игровой валюты. Именно поэтому заходи к нам, ведь мы работаем уже 2 года, прокачали 1000 человек и постоянно делаем приятные бонусы. И по промокоду «Клубный Бухарик» вы получите от нас очень приятный сюрприз. Не x2, как вы могли подумать, а еще больше. Так что заходи и качайся, ссылочка будет в описании. Друзья, всем здорово, с вами Кузака, и сегодня 24 число, а это означает то, что вышло новое обновление «Ночная жизнь», и, друзья, да, сегодня мы будем его обозревать и смотреть, что добавили. Там добавили до хрена много всяких клубов, разновидных алкотачек, как я их люблю называть, ну, точнее, вот ночных таких вот разноцветных красивых машинок. И, впрочем, мы сегодня будем заниматься тем, что мы это все купим, обозреем и посмотрим, ну, вообще, что это такое за обновление. Некоторые говорят, что это последнее обновление, но я не верю. Мне кажется, еще будет дохрена обновлений. Напишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Так вот, давайте сразу куда-нибудь зайдем и купим. К примеру, сюда. О, да. И части обновления «Ночная жизнь». Вроде бы обычный вот этот грузовичок Мюл, но собака, блин, необычный. 72 косаря стоит. Я на нем катался сколько. Ладно, давайте все это будем покупать. Оптовая цена я не могу. Приобрести на... в качестве босса или шефа выполнить... ну, окей, не буду. Так. Не продано, покупка не... вам негде держать это транспортное средство. Окей, а мне самое главное, что еще никто даже не звонил и не говорил там, что надо покупать и где. И вот это очень даже сильно странно. Почему так вот все плохо? Так, ну я ничего даже не могу купить. Слушайте, а где покупать-то, эй? Нет, друзья, у меня все было открыто, я хотя сейчас перезашел, но это было на вот этом сайте все расположено, я только что это заметил. Давайте именно выберем ночные клубы, и можно сортировать на самые дорогие, потому что мне хочется самый дорогой, самый такой замечательный в центре города, чтобы был, да? Потому что, ну здесь ночной клуб это точно хреново устраивает. Так, а это... да, это только в городе у нас ночные клубы. Прикольно было бы, если в пустыне где-нибудь... Я хочу прям... ну, хотя, знаете, вот здесь вот, типа, более лучшие ночные клубы, да? Потому что здесь вот даже дешевле. Да, здесь дешевле намного. Я хочу самый дорогой, самый такой замечательный ночной клуб. Ну, не-не-не, я хочу... блин. Мне здесь нравится почему-то место. Но это еще хуже, мне кажется, или нет? Ну, знаете, вот это самый жирный. Я возьму самый жирный, потому что он самый крутой. Ну, типа, самое хорошее место расположения. Вот, да. Давайте его возьмем, потому что здесь всегда тусовки вот на этой улице проходят. Окей, беру этот стиль. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так, хорошо. Так, а это самый такой обычный, хорошо. Ну, естественно, мы такой будем брать, потому что он самый, как по мне, крутой. Освещение. Да, берем, берем, конечно. Только вот какой, какой именно? Блин, а вот это на самом деле странно, какой лучше брать. А мне на самом деле нравится такое. Почему самое дорогое? Ладно, пусть будет такое. Я хочу самое дорогое брать, пофиг. Включить видео можно просмотреть. Вау. А мне кажется, у вас будет все хреново. Так, а если я... Как из видео выйти? Будем все шикосное брать, на самом деле, пофиг. Название... а почему я не могу свое название придумать? Вот это обидно. Вот это реально обидно. Давайте тогда выберем такое самое хорошее. Galaxy. Не знаю, на самом деле. А мне все равно нравится вот это. Я не знаю, оно как-то классно. Тонис. А, это вот этот тоник, который голубой там в трейлере был. Окей, склад. Ну, давайте купим самый большой такой вот. Добавьте до 3... до 10. Окей, пофиг. У меня деньги есть. Кому нужны деньги, обращайтесь в мою группу прокачки. Прокачиваем все быстро вот так вот. Наймите 2 танцоров, которые будут выступать на подиумах. Оу-оу-оу-оу-оу. Две девушки. На самом деле... парень и девушка, мне кажется, было бы лучше, да? Типа, ну да, так намного лучше. Стиль.
действует правило смотри, но не трогай. Мрачный вид и кожаная одежда, и два прикрывающие тело. Опять же, самое дорогое берем, пофиг. Потому что оно будет больше, типа, потом приносить нам бабок и все такое. Сухой лед, добавьте атмосферности вашему... Хорошо, хорошо, пусть будет. Все, покупаем за 5 миллионов эту хрень. Ну и, в принципе, все, да. Надеюсь, что я все правильно сделал, ни на что там не потратил зря. Пофиг, мне хватает денег на все всегда, нормально. Я пользуюсь налом, потому что у меня на предыдущем, кто не знает, кто новенький на канале, у меня просто шоу «Путь к успеху», я там иду с нулевого уровня до 120-го, и, то есть, я там не пользуюсь деньгами, все сам прокачиваю, у меня, типа, там банковский счет свой. Покупка удалась, поздравляю с покупкой ночного клуба. Да, ну, давайте маршрут поставим, окей. И теперь мы можем, знаете, что делать. Да, если нам его уже привезли, то можем теперь покупать вот это. О, ржавые корыты. Ну, мне, знаете... Космос, ни хрена себе, из 90-х. А хотя там все равно будут это все менять, вот так вот смотреть, что и как. Но ржавое корыто такое себе дело, на самом деле, мне кажется, да? Пофиг, покупаем такое, насрать вообще. Полный пофиг. Так, я все куплю абсолютно. О, вот это, я на таком, на выпускном из 9 класса ездил. Прикольная штука, на самом деле. Мне нравится, блин, как они называются? Это не лимузин, это патриот. Ну, это, короче, свадебная еще фигня, на ней всегда все ездят. Ну, какой цвет? Ну, давайте, блин, боже мой, розовый. Мне вообще без разницы. Так, а его куда надо поставить? Давайте гараж ночного клуба, служебный вход ночного клуба. Ну да, давайте вот так вот служебный ход, нормальный самый такой первый. Я просто не знаю, у меня столько там уже доступных этих фигней. Окей, а что еще? Больше здесь ничего у нас не появилось, идем дальше. Вот сюда, да. Это мы тоже с вами купим. Отлично, мне в принципе все нравится. Капец, ну хотя мне насрать на цены, это... Я просто привык там вот на том аккаунте играть и смотреть на цены, и здесь я немножко удивляюсь, почему все такое, типа, дорогое? А у меня столько денег много. Ну и, конечно же, купим вот эти суперкарики розового цвета, как она нам и требуется. Так, ну давайте гараж ночного клуба В2 поставим, хорошо. И купим еще вот эту тоже, наверное, красного цвета, как она мне просто другого как-то не представляется просто. Не могу представить ее в другом цвете. Ну, хотя нет, она была бы желтиком красивым. Мы все равно потом все перекрасим, и все будет просто замечательно, шикосно. Ну, в принципе, что, все, да? И теперь можно нам двигаться туда вот, нормально. Отличный выбор, это заведение. Можешь стать по-настоящему уникальным. Заходи, когда сможешь, ты. А, ну нам надо по-любому тогда туда ехать. Я еду на своей любимой машинушке. Она просто шикосна, она... Ну, из предыдущего обновления, но она все равно, типа, новая, потому что она выходила, там, на протяжении месяца после выхода обновления. Даже не месяц, а через 3 месяца после выхода обнова, вот так вот где-то. У нас проблема, скорее, одна проблема. Пришел этот идиот, увидишь этот вайн, я не знаю. Я засмотрелся на сообщение, врезался. Так, окей, пофиг, я здесь припаркую свою малышку. Насрать вообще, пофиг. Входим, все, интересно. Самый дорогой за 1 700 000, ну, изначальная, типа, стоимость. Хотя он выглядит очень... Ладно, я помолчу. О, это, наверное, самое долго. Такого еще никогда не было так долго. Там пришли 3 педика, и они начали мне про все это рассказывать. Но на самом деле, Тони, он нормальный чувак, кстати. Ну, то есть, у него нет такого, такой прям сильной глубизны. Он так все хорошо разъяснил. Вот. Воспользуйтесь компьютером в своем офисе наверху, и там что-то было написано, бла-бла-бла. Ну да ладно, пофиг, мы идем сюда.
О, теперь еще это мне будут показывать. Ну вы серьезно. Ни хрена себе там это, воды сколько много различной. Прикольненько. Необычненько. Реально, GTA-шка уже во всех сферах. То мы под землей, как кроты, то мы там наверху в моей банке с офисами, то мы на военной базе военные, то мы теперь бухарики и вот такие вот, да, ночные бабочки. Ну, в хорошем плане, ребят, в хорошем плане, все хорошо. Так, воспользуйтесь компьютером, чтобы что? Ну, да пофиг. Давай, садись. А, это другой компьютер. Вот. Так, чтобы получить по управлению, нужно что? Зарегистрироваться в качестве босса. А я смогу здесь в качестве босса в пассивном режиме? Ой, в сессии по приглашениям это сделать, да? Смогу или нет? Так, это где-то услуги Avenger? Нет. Во, я смог в сессии по приглашениям стать шефом. Отлично. Хотя странно, вот раньше не надо было шефом нигде становиться, все нормально было. Так, получить доступ, давай, води там снова, вы должны получить разрешение от Тони Принца, пожалуйста, завершите подготовку ночного клуба. Подготовка персонал, хорошо, без проблем, давай подготовку персонал мне. О, я не думал, что сейчас придется мне еще ездить там. А, ну то есть я еще должен на твоей машине? Или это на чьей машине? Чё? Ну, ладно, Мерседес тоже нормально, но скорость будет маленькая. Так, заберите персонал ночного клуба. Так, и они как шлюшки разбросаны по всем таким местам, да-да-да. Так, ну давайте заберем самого ближнего к нам. Да, вот ты задолбал трещать. Хотя, знаешь, я не буду его забирать, потому что я потом по круговой поеду вот так вот. Сначала мы зайдем к этому, да. Вот так вот. Ну да, пофиг. Сегодня мы должны все просто так вот. Ну, хотя я, возможно, разделю, если там выйдет эта серия на 25-30 минут, то я разделю. Если мы за эти 30 минут не успеем еще все сделать, то я разделю потом. Мне, конечно, на непрокачанной машине долго. Я бы на той бы быстрее бы доехал. Ну да ладно, его скорость тоже вполне хватает. Ну, типа, если что, я разделю на 2 серии, как-то так. Буду выкладывать по 2 серии в день из обнова, потому что уверен, что там будет что-то еще интересное, задание такое вот. А с путь к успеху мы немножко с вами переостановим, потому что сейчас обнова, и мне больше вот это нравится играть. Вот так вот, да. А пока смотрите вот серии, потому что это такое? Я снимаю для вас, а там по 5000 просмотров. Хреново. Так, ну давай. О, ни хрена себе у тебя сигнал. Нормально. Ах ты скотина. Помял, хотя это не моя машина, так что мне пофиг. Так, теперь едем к пляжному человечку. Хорошо, без проблем. Вот был у нас здесь вот однажды один клуб такой хороший. А теперь их будет до хрена, ребят. Я не знаю, что делать с этим. Вот. Просто теперь этот клуб вымрет и все. И GTA-шка прощай, типа в хорошем плане. Так. Это машина реально неуправляемая. Так, пляжный человечек, давай. О, это баба. Она... Это та баба, которая... Сейчас бы газон косили. Спасибо. Вот какого хрена на улице сейчас газон косит? Я не понимаю просто. Вот когда я начал снимать, то сверлят, то газон косит. Я вообще не понимаю. Тони. Кони, главное по алкоголю уже в машине, знаешь, наш. Хорошо, хорошо, хорошо. Я надеюсь, мы уже закупились, а я не хочу еще тратить деньги на это. И на самом деле, вот это неправильно. Я заплатил 5 миллионов, все купил. И почему я же должен сам ехать и забирать каких-то там людей, которые просто для меня, ну, считай, никто. Я, типа, просто буду получать деньги, я... Очень такая важная особа. Я просто развожу всех. Как таксист долбанный. Почему они не могли приехать, если они будут у меня работать? Вот этого я не понимаю. Ладно. Это вообще... А, это охранник. Кажись, да, это охранник. Вот что получается уволиться с этого. Короче, да, он, по-моему, охранник. Он просто увольняется с этого клуба. Нормально так. Так, это мы сделали, хорошо. Теперь нам надо еще раз зайти в этот компьютер и еще там кое-что сделать. После чего я, возможно, уже смогу там хоть что-то доделать в этом бизнесе и прокачаю свои все эти тачки вот новые. Хочу посмотреть, что это такое вообще. Потому что и вам интересно, и мне интересно. Вот так вот. Неплохо, я уже изучил, где надо что проходить. Так, я надеюсь, я сейчас еще шеф, да? Я шеф. Да, спасибо большое.
Так, подготовка оборудования, окей. И снова мне придется ехать. Хотя это вы должны были сделать, дамы и господин Тони. Спасибо хоть, что мне тачку дал мне. От души. Теперь у меня управляемость хорошая. I don't know if these guys are dorks, DJs, or doomsday preppers. Probably all of the above. But they've got a killer speaker system, and it's on wheels. The crew is having a bit of a festival wind-down party. So get over there and get the system, and maybe try not to kill anyone. I've got enough angst as it is. Фестиваль? А стоп, а фестиваль этот где? Он там говорил, помню, что что-то про пустыню. Да-да-да, мы едем в пустыню, дорогие друзья. Ну ладно, думаю, что сейчас по-быстрому вот так вот, хотя не, здесь срезать я не буду, потому что когда я спешу, я всегда во что-то врезаюсь. Но здесь-то я, пожалуй, срежу. Здесь я люблю срезать. Я сейчас перевернусь. Нет, я сделал вот так вот. Ни хрена я не срезал. Вот серьезно, они хотят сказать, что моя машина едет 127 миль в час. Это 205 километров всего лишь, вот это, ну блин, она должна, ну где-то 240 нормально ехать. Почему все машины вот... Показывает, что максимум 120 миль. Вот это вот в GTA-шке. Завезите с обновлением, с каким-то нормальным спидометром. Что вам так сложно, что ли? Я не понимаю. И зеркала вот тоже. Вот столько вот всего добавляйте, а вот зеркал и ничего такого не добавлю. Было бы очень замечательно. Хотя это, возможно, не GTA 6 специально оставят. И типа, ну, зачем прокачивать эту игру в этом плане? Потому что потом там уже никаких новых фишек таких и не будет. Скорее всего, да, из-за этого. Туплю. Так, меня здесь расстреливать не будут? И надеюсь, все здесь легально. Так. Оу. 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 Мне это нравится. Ха. Ха. А я просто могу вот так вот сесть, и никто даже на меня рыпаться не будет, серьезно? То есть я сейчас сажусь такой. А ну что, правый руль? А, нет, это автобус. Поехали. А, нет, они все-таки будут на меня агриться. Но мне уже пофиг как-то, да? Ха. Они все послетали нормально. И где музыка, кстати? И либо у меня отрублена музыка, да, у меня отрублена музыка в GTA-шке, чтобы мне АП не дали. Я смогу перелететь? Да, спасибо. Ни хрена себе я сейчас сделал станд. Ну, полетели, чё? Такая колымага, боже мой. И мне ехать сейчас 4 километра на ней, замечательно. Я не представляю, какая это музыка мощная. Я, наверное, сейчас даже врублю. Хочу. А! Мой любимый черепушка упал. Да, музыка идет, но она никак, никак вообще там не реализована в этой машине. Окей. Ну капец, я ехал, наверное, 5 минут, а то и больше. Ну типа, это много довольно, реально очень много. Этот автобус неуправляемый, тяжелый, медленный. Вообще ни хрена не ехал, его все обгоняли, боты вот там вот. Это бред, на самом деле. Реально, могли бы за такую стоимость мне бы такого не давать. Тут ты меня перебиваешь, скотина. Ладно, говори. Он что, под гашем, что ли, под каким-то? Я не понимаю. Ни хрена у них там бутылка, реально. Виски. 3 литра воды бутылки, охренеть. Ладно, садимся в транс. Они меня уже ждут. И опять же, я всех везу. Тони, это твоя машина, почему ты не водишь? Я тоже пьяный так же, как и ты. Соломон. Я сначала подумал, что Соломон, который из одиночки, вот этот дедок, который кино снимает. Соломон какой-то. Тихо! Вот так вот, фух. Немножко начинаю привыкать к этому дерьму. Ставлю ставки на жирную бабу, реально. Так, Соли, кажется, мы видим твой самолет. Ага. Прикольно будет, если сейчас упадет. Нас сейчас врежутся. Эй! Чё? А чё этот дед делает? Он деда, что ли, там заглушил наркотой? Пилота, точнее. Так, совсем плохо дело, приятель. Следуйте за самолетом. Так, окей, следуем за самолетом, без проблем. Тогда я еду тоже.
Так, ладно, отключай камеру, а то так я врежусь тоже. Точно куда-то. Так, и куда он у нас следует? Я просто не знаю, куда лететь. Да, он уже пролетел аэропорт, значит, летим за ним дальше. Он сейчас сядет где-то, мне кажется, в песочницу. Точнее, ну, в этот, как его. Ну, вы поняли меня. Вы не поняли меня, блин. Я опять засмотрел на этот самолет. Нет, он не полетел на пляж, он полетел куда-то в город дальше. Может, к нашему... этому ближе. Я уже догоняю его, нормально. Летим. Вот такого задания еще не было. Вот это круто, на самом деле, да, мне нравится. Я его обгоняю, кстати, потихонечку. А, нет, он сразу... Да куда ты едешь, ты вот не видишь, мне чувство. У меня главная дорога, у тебя второстепенная. Ну куда ты улетаешь-то так далеко-то? А, да куда ты едешь, у меня... Блин, они меня реально бесят. Мне, значит, главная дорога, они меня сбивают. По сути, у меня главная... Я, кстати, не поверю, что в самолете вот из-за одной кнопочки вот такая вот хрень будет. Ага, ну все, я понял, куда он будет поворачивать. Я, короче, тогда здесь тоже сворачиваю так вот потихонечку. И мы сворачиваем с вами сюда. Так, я, кажется, даже понял, куда он будет... Где он? Я не... Можно сфокусировать камеру? Даже камера не сфокусируется. Но он вроде бы приземлится тогда в аэропорт и, в принципе, все верно и сделает. Окей, я тогда прибуду туда первым. Оу! Заспамился так. Давай. Садись. Хорошо получается у тебя. Давай. Еее, ты это смог сделать. Ха, ни хрена он остановился резко. Почему у меня так в летной школе не было? Боже мой, Дэйв, где ты нашел пилота? Чопер Оранж, он был... Из-за двух кнопочек у него взорвался самолет. Бред. И пилот такой сидит. Вот это было угарно, кстати. Собака, смешно. И что, он дальше полетит? Можно взорвать тебя? Надеюсь, меня за это не уроют. Пожалуйста. Спасибо. Он взорвался? Ну да пофиг. Уезжаем. Наконец-то я доставил этого супер долбанного агента, диджея, не знаю, как его зовут. Я уже задолбался ездить в эту пустыню каждый раз. То за машиной, то за агентом, то в городе за этими тупыми человечками. О, здесь уже посетители, классно. Ну нахрен, я отойду уж. Там еще до сих пор эта анимация идет. Я здесь уже не знаю, сколько сходил куда. А здесь до сих пор эта анимация идет. Реально, вот за это вот я ненавижу обновление. At the opening of Tony's Funhouse! Говно, которое нельзя пропустить. Я потом это ощущу своими глазами. Ну что ты вот мне здесь говоришь? Кстати, такая себе это тусовка, они вообще какие-то все мертвые. Ни хрена народ здесь. Нажмите, чтобы танцевать. Неплохо. Так, стиль подать жару. Окей, надеюсь, за это АП не дадут. Вот, нормально. Хорошо. Я, кстати, уже начинаю прям так танцевать неплохо. Вау. Как разошелся-то мой персонаж. Такие смешные у него движения. Стиль поддать жару. Стиль напряжения. У меня так папа танцует. Не, ну музыка вообще полная отстой, кстати. Здесь просто биты такие. Все, мне надоело что-то танцевать на самом деле. Но прикольно, слушайте, а если я сейчас вот управление ночным платно поставлю, ну, к примеру, $50, да? Доступы, окей.
Вот так вот все нормально. Надеюсь, за это бабки будут мне давать. Так, а что теперь я могу делать? Мне надо теперь пройти к своему компу. Только не знаю, как к нему пройти, но... Надеюсь, я здесь могу подняться, да? Неплохо. А на самом деле я хочу уже тачки прокачать, потому что это самое такое. Ну ни хрена вы здесь это... Танцуете. Давайте-ка что ли я тоже выпью. Я надеюсь, за это будет бесплатно. Да, здесь бесплатно. Ну почему шампанское вот это вот 30 тысяч? А может здесь какой-то эффект будет? Погоди, за 150 тысяч. Шампанское какое-то за 150 тысяч. Нихера себе! Что? Что это за шампанское такое? Сейчас интересно даже будет. Не, мне надо сейчас потрясти. Нажимайте, чтобы потрясти. Сейчас будет капец, сейчас меня вообще разнесет к хренам. Так, хорошо. Давай, 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 давай. За 150 косарей. Ну все, этого хватит? Все? А я бухим типа не буду? Ну блин, а как так-то? Почему? На, забрызгаю вас всех. Обидно. Все. Он будет хотя бы бухим? Я даже не бу... А, не, во, пошел. Класс, ребят. Вообще. И все? А, нет. У меня аж звуки другими стали. Все, я поплыл. Реально классно. Давайте набухаемся вообще в говно. Теперь хочу попробовать билтер. Ладно, давайте сначала водкой запьем. Нормально. Сейчас, сейчас все будет. Ну ни хрена себе какой от него эффект. Просто я в говно аж. Неплохо, мне нравится вполне. Блин, капец, пьяный. Так. Вот чуть-чуть выпил. Шампанское, там 10 градусов всего, ребят. Водки 60. Мне с этого сейчас должно вообще тогда унести. Он что, лошадь, что ли? Он слишком нетрезвый вид, чтобы... Я трезвый. Давайте вот это возьмем еще. У вас слишком нетрезвый вид, блин. Я вообще полностью трезвый. У него походка даже нормальная вроде. Давай. Да тихо тебе, не падай. Нормально все. Вот, теперь в какашку нормально будет. Погнали. Теперь вообще нормально. Остановите, остановите. Витя, надо выйти. Капец. Он какой-то дохляк, реально. Я не могу. Это угар просто, я не могу, боже мой. Оу, они здесь это... Ни хрена себе. Ну блин, он же чуть-чуть совсем выпил. А почему эти люди за вход не заплатили? Давайте наймем еще этого тогда. Техники. Вы хотите поручить технику отвечать за груз? А это что? Блин, очень непонятно, что здесь надо делать. Окей, пофиг, я это буду делать в следующей серии, потому что она уже затянулась. Так, где мой транспорт? Вопрос такой, где мой транспорт? Только вот эти машины, вы серьезно? А где все то, что там? Окей, давайте их прокачаем, я надеюсь, здесь сразу можно прокачать, да? Не, здесь нельзя сразу прокачивать. Хреново, на самом деле, очень хреново. Ладно, тогда поедем вот это прокачаем, потом заедем сразу, и хочу прокачать уже другие тачки и все в этом роде. Но она мне, кстати, нравится, она быстрая, капец. Спорт-классика, серьезно? Теперь это самая быстрая спорт-классика, ребят. Она охренеть быстрая, и по управляемости хорошая, и тормоза у нее хорошие. Ну, то есть, это реально тачка огонь. Других слов нету. Реально она быстро разгоняется прям. Она стоковая, она валит, капец. Да, у нее просто хорошее... Ну, хотя... Да, у нее ускорение изначально очень хорошее, так что вот так вот. Давайте посмотрим, что можно прокачать вообще, воздушные фильтры. Ну, это на всех тачках. Так, и мне бесит музыка, на самом деле.
Нет, такой себе на самом деле. Я думал, что она будет более как-то круче прокачаться. Ну, короче, получилось что-то на выходе такое. Вот особо тюнинга у нее нету. Как-то такое себе дело. Но сейчас проверим по скорости, как она стала. Мне вот это вот больше интересно. И поедем прокачивать что-то более дельное, что появилось. Да, по скорости она просто... Вы видели это ускорение? Сейчас я даже... Я офигеваю. Давайте посмотрим еще на салон на ее. Салон такой более обычный. Не, у нее прям вот со второй передачи идет такое ускорение жесткое. Вот смотрите, сейчас даже в гору поедет. Во-во-во, пошла. Ну это охренеть скорость просто. Я офигеваю. Тормоза вроде тоже нормальные. Поправление тоже вот, то есть не заносится вот так вот, как остальная спорт-классика. То есть хорошо держится на дорогах вот так вот. То есть я смог проскочить, я бы сейчас бы влетел бы на другой тачке. Но я этого, что хорошо, не сделал. Так, я проехал свой клуб. Ха. А вот вопрос, где вот те тачки, которые там... Да. Вот те вот две тачки, вот которые здесь вот. Где они у меня вот? Скажите. Блин, ребят, я вообще не знаю, где весь транспорт. Я вот нашел только вот этот вот Хаммер. И, в принципе, все. Остальное, типа, в служебном, ну, ангаре, куда я их ставил, ничего нет, только вот этот. И все. Ну, хотя я купил всего лишь 4 тачки, то есть я вот не вижу только одной вот этой большой махины. Я не знаю, где ее прокачивать и где ее искать. И, блин, вот это на самом деле обидно. Возможно, хотя навряд ли, она в Пегасусе что-то делает. Да, интересно будет сейчас посмотреть на самом-то деле. Ну вот эта штука чисто, чтобы там, наверное... Да, вот видите, там даже винишка стоит вот так вот. Так, а у меня ничего такого даже... А, вот! Вот, Party Bus Cosmos Trip. Окей, окей, посмотрим, что это такое потом. Надеюсь, что его можно прокачать. Да, он, оказывается, в Пегасусе, ребят, был. Лимузин, значит, такой заезжает. Охренеть. Я не представляю потом на нем проходить скилл-тест. Это просто какая-то жесть. Это реально как пес какой-то будет. Так, окей, передний бампер, а... Ну, ничего здесь такого не... Ну, блин. Ладно, давайте дополнительный свет поставим везде. Посмотрим, что это за чудовище такое. Теперь он, кстати, довольно быстрый и прикольный, кстати. Реально, такая длинная сарделька. Но неповоротливый, ребят, капец, конечно. И, наверное, тормоза у него тоже. Вот смотрите, я сейчас вот отсюда начну тормозить. Я его тюкну. Да. То есть тормоза у него просто охренеть какие плохие. Ладно, так уж и быть, прокачаю еще эту купешку, посмотрю, на что она может, Ну, знаете, это, кстати, похоже на какую-то Тойоту больше. Да? Что-то реально сейчас... Реально какая-то ностальгия проперла. Я не помню, где ее видел, но я ее где-то видел. В каком-то из фильмов. Напишите название, если вы помните. Реально, капец. Вот эти фары мне сейчас на ностальгию такую проперли. Только я совсем забыл, где ее видел. Жесть. Но надеюсь, что она хотя бы как-то прокачится, потому что здесь такого ничего нету. Вообще все такое... прям слабенько. Динка Джестер. У нас уже есть Динка Джестер. Какого хрена здесь еще одна Динка Джестер? Ну ладно, пофиг. Посмотрим, на что ты способна, моя милашечка. Бампера. Ну, бампера неплохо. Вот это, да, вот это вот самое такое кайфовое. Задние бампера. Карбон, ни хрена себе. Ну ладно, давайте поставим такой карбон. Я надеюсь, что потом на выходе что-то получится прикольно сделать. Да. Да, прикольно. Только там сзади уже никто не сможет сидеть в этих штуках. Но да пофиг. Она и так, типа, двухместная. Ну вот, все, наша тачка готова. Как я и говорил, получится соска неплохо совсем. Мне все нравится вполне. Все такое карбоновое, все такое розовое. Розовый это не из-за того, что я там какой-то это, как маленькие дети сейчас могли подумать, которые смотрят ролик голубой из-за цвета. Нет, потому что я хочу сделать все под обнову, весь этот транспорт перекрасить такой более ночной цвет. Ну, он как-то розовый прикольно смотрится. Можно фиолетовый, но он более мрачный. Мне нравятся такие вот светлые тона, вот как голубой, розовый, к примеру. Красный тот же. Ну, красный он опять же не такой. Мне нравятся реально сочные цвета. Зеленый, вот, прикольный еще. Так, ну что, загоняем ее? А, нет, мы ее не загоняем, мы сейчас едем прокачивать еще пегасусную тачку. Надеюсь, что ее можно прокачивать. Надеюсь просто на это. Мне, кстати, вот эта тачка неплохая совсем. Спорткарик прям замечательный такой. Я на ней, наверное, на нем буду гонять потом. Ну, хотя навряд ли сейчас буду скилл-тест проходить, но посмотрим в дальнейшем. Но он мне нравится, он реально очень быстрый. Так, вот она моя тарантайка. Я надеюсь, что ее можно прокачать как-нибудь.
Не знаете? Я ее, по-моему, не смогу прокачать. По одной из причин, потому что я даже заехать туда не смогу с такой вот хренью. Вот-вот. Капец, реально, я могу разбить эту фигню. Она слишком высокая. Офигеть, да? То есть это въехать сюда точно не смогу никак. Да. Этот транспорт нельзя прокачать. Ладно, ребят, в следующей серии мы будем уже нанимать и прокачивать наш бизнес. А, ну ладно. Ладно, так уж и быть. Хочу посмотреть татуировки. Возможно, появились какие-то татуировки, такие типа ночные. Тор сзади. Нет, к сожалению, ничего не добавили нового. Но да пофиг. Мне нравятся мои татуировки. Все. Все, все замечательно. Ухожу. И еще одежду можно посмотреть новую. Новый костюм именно. Одежду я там задолбаюсь все мотать. А вот костюмчики, если появились, то будет прикольно на самом деле. О, здесь еще один клуб можно. Да, Happy Fit. Ха, счастливый фит. Я не знаю, фит что такое. Ну да пофиг. Нет, это совсем все другое. Водолазный. Дедлайн. Нет, 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 это вообще все. Чё-то все здесь какой-то не то, хиты лоурайдера. Ладно, друзья, какой-то такой себе обзорчик получился, не знаю, я там подвырезаю скучные моменты, прям хорошо подвырезаю, потому что здесь я сижу уже 2,5 часа, ну и толком ничего такого не сделал, вот реально. Обидно на самом деле, что, то есть, особо ничего такого и нету нового. Хотелось бы, конечно, казино, но, я не знаю, они его реально очень долго откладывают. Столько слухов про него было, ну да пофиг. Тачки появились, но они постоянно новые появляются. Клубы, ну, снова опять же какой-то бизнес, все. Больше ничего. То есть у нас этого бизнеса уже до хрена. Ангары, офисы, бункера и везде вот это все. Но не знаю, ребят, не знаю, такое себе дело на самом деле. Ну чисто там побухать шампанскую за 150 тысяч. Да, вот это самое крутое, что в этой обнове есть, ребят. Да, реально. Другого ничего я не увидел прикольного. Я вспомнил, что это за тачка. Это тачка из Форсажа 3. Точно, токийский дрифт, здрасте. Ни хрена она водная. Ладно, друзья, подписываемся на каналчик, ставим лайки и оставляем свой позитивный комментарий. С вами был, как всегда, Кузака. Всем удачи и всем 30-30 телевизор!